кухонук тролары бутох сухула ахтуана тыгар уана картиса. А, можете рассказать на этом, на русском языке, откуда вы? Хорошо. Давайте. Я приехал из Республики Алтай. Это уникальное место, которое богато красивыми золотыми горами, реками, озерами. Приехал на это праздник, меня пригласили. Праздник очень-очень даже на высоком уровне, я скажу. И очень народ такой любит свой этот праздник. Все национальные одежды, призы очень хорошие, богатые призы. И мне очень понравилось. С этим, с ЮНЕСКО вы как-нибудь связаны? ЮНЕСКО, в прошлом году я в конце ноября месяца ездил в наш Кашагайский район, там мастер-класс давал. Вот это литье, это пайка, надо, то есть уметь паять. Вот так у нас называется, огнево.